В 2024 году в Самарском районе благоустроят 6 дворов, сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Новые детские спортивные площадки и обновленные внутриквартальные проезды во дворах получают активные жители, которые участвуют в программе формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в Самаре только по нацпроекту был обновлен 51 двор. Глава Кировского района поблагодарил жителей, которые принимают участие в гуманитарной миссии, собирают помощь и своими силами отправляют ее в зону проведения СВО. Говорится в телеграм-канале Кировского района. Игорь Рудаков вручил жителям благодарственные письма и памятные подарки. Продолжается набор граждан на военную службу по контракту. В телеграм-канале Самарского района рассказывают, что для оказания оперативной информационной поддержки гражданам региона создан чат-бот «Самара Контракт Бот». Здесь можно получить всю официальную информацию, узнать об условиях службы, о льготах для контрактников и их семей. На Самарской набережной продолжают заливать каток. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии говорится, что, вероятнее всего, уже к концу этой недели он будет открыт для первых посетителей. МАУ «Самарская набережная» готовит к открытию сезона несколько сюрпризов для жителей Самары. Для маленьких гостей будут доступны бесплатные занятия с профессиональными тренерами-фигуристами и яркая фотозона.